Меня зовут Евгения, я представляю фонд имени Миклуха Маклая. Сегодня мы собрались на онлайн-конференции, которая соединит нас с Россией и Малайзией. Модераторов хотела бы представить. Это Николай Николаевич Миклуха Маклай, основатель и директор фонда имени Миклуха Маклая, ведущий специалист Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института Востоковедения РАН. И Ковалева Светлана Николаевна, руководитель Российского центра науки и культуры в Куала-Лумпуре, советник посольства Российской Федерации в Малайзии. Хочу напомнить, что у нас сегодня конференция будет проходить на русском и английском языках. Справа от кнопки «Демонстрация экрана» есть кнопочка «Перевод». Здесь можно будет выбрать канал, на котором можно будет услышать, соответственно, русский либо английский текст. Я предлагаю тогда начинать нашу конференцию и передаю слово Николаю Николаевичу Миклуха Маклая. Евгений, большое спасибо. И я хотел поприветствовать, конечно, всех участников, спикеров. Мы вот буквально сейчас со спикерами готовились и обсуждали, насколько у нас действительно масштабная стала конференция. Мы уже третью проводим в рамках проекта «Российские деятели науки и культуры как мировое явление». Фактически цель конференции – это действительно на примере личности рассказать, как много Россия сделала в изучении мира, и тем самым посмотреть, насколько у нас есть много точек для сближения, для межкультурного диалога, узнать больше об образовании в России, русском языке, больше узнать о той стране, в которой мы проводим конференцию, и нам, спикерам и участникам точно так же из России. Сейчас, благодаря действительно этой дистанционной связи, мы преодолеваем расстояние со скоростью интернета. И вначале это было, конечно, немыслимо и непонятно, ведь нужно было садиться в самолет и ехать на конференцию. А сейчас, вот видите, буквально полчаса для того, чтобы настроить звук. И самое важное для того, чтобы она состоялась, это чтобы работал микрофон и чтобы не села батарея в компьютере или в том устройстве, где вы это проводите. Это действительно замечательно. Я сразу же скажу, что у нас сегодня работают, как и вам сказал Евгений, переводчики-синхронисты. И вы можете настроить свой язык. И это большой плюс, поскольку мы в дальнейшем сможем еще и по итогу конференции получить материалы о этой конференции и получить материалы о проекте. Я хочу вам сказать, что только лишь благодаря совместным усилиям these were only the joint efforts which have contributed to establishing this major conference. And before Svetlana Nikolaevna is going to speak, the one это руководитель центра Российского центра науки и культуры, который действительно развивает его настолько масштабно, серьезно, что, ну, вы, я думаю, что сегодня это все увидите, что мне очень приятно и с ней работать, и не только мне, я думаю, что многим. Но в первую очередь я хотел представить тех спикеров, которые подготовили со стороны, с российской стороны, а потом уже Светлана Николаевна представит тех, которые подготовили со стороны Малайзии. И мне очень приятно то, что состав спикеров у нас очень сильный. И в первую очередь хочу представить Людмилу Владимировну Миллер, доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка как иностранного Петербургского государственного университета путей сообщения. Людмила Владимировна. И следующий наш спикер будет из Российской академии наук. Это Антошин Алексей Валерьевич, доктор исторических наук, профессор кафедры востоковедения Уральского федерального университета. Егор Сергеевич Бабаев, начальник отдела экспорта образования Центра международного образования Сеченовского университета. Гарин Артем, представитель фонда имени Миклуха Маклая, член молодежного экспертного совета, молодой исследователь и ученый. И я передаю слово Светлане Николаевне для того, чтобы вы представили со своей стороны тех замечательных спикеров, которые подготовили сегодня доклады. И уже начнем. Большое спасибо, Николай Николаевич. Здравствуйте, уважаемые соотечественники, в первую очередь. Разрешите мне сегодня поздравить вас с нашим главным государственным праздником, с Днем Конституции. Я обращаюсь сейчас к русскоговорящей части наших участников. Это действительно очень важный день для нас. И мне хотелось бы, чтобы эта конференция действительно позволила нам еще больше углубить наши отношения с Малайзией, разносторонние отношения, ну а нам с вами продемонстрировать нашу работу,
наше искреннее стремление показать нашу страну, наше достижение самой лучшей страны. И я хотела бы, чтобы сегодня мне помогли в качестве спикеров такие наши давние друзья, гости. Адела Милати Ахмад Термизи, первый секретарь посольства и постоянного представительства Малайзии при Организации Объединенных Наций в Вене. Это наша слушательница курсов русского языка при Российском центре науки и культуры. Билкис Бахари, журналист, и накануне, 12 декабря, накануне Дня Конституции, вчера вышла большая статья. Билкис брала интервью у нашего посла, посла России в Малайзии, Наиля Мазгутовича Латыпова. Это получилось очень интересно, неформально, и статья была посвящена национальной кухне народов России. В Малайзии очень любят есть, очень любят обсуждать этот вопрос. Это очень интересно, колоритно. Ну вот ко Дню Конституции совместно с Билкис мы также подготовили вот такую неформальную публикацию. И наш педагог, преподаватель курсов русского языка Российского центра науки и культуры Инна Захезина. Все здесь, всех видела, а слово хотела бы предоставить Аделле Милати Ахмад Термизи, первому секретарю посольства и постоянного представительства Малайзии при ООН. Thank you, Miss Svetlana. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, Светлана. Спасибо организаторам за то, что пригласили меня принять участие в этом мероприятии. Доброе утро всем из Вены. Всем привет, всем здравствуйте. Для начала я бы хотела поблагодарить организаторов за то, что организовали такую замечательную конференцию. Это действительно очень важная и обширная конференция. И я просто хотела бы поделиться своим опытом в плане изучения русского языка в Куала-Лумпур. Мне выдал грант, то есть меня просмотрело Министерство иностранных дел для того, чтобы я выучила русский язык. Я прошла обучение 4 уровней в Российском культурном центре, и, соответственно, я также решила представлять Малайзию в программе, которая была реализована с 2018 года. И вот я на самом деле могу сказать, что изучение русского языка — это вообще было одно из наилучших решений, которые я принимала когда бы то ни было в своей жизни, потому что это открывает двери передо мной и дает мне такое большое количество возможностей, что я теперь очень счастлива, что я смогла познакомиться с большим количеством новых людей. И потому что раньше я всегда боялась встречаться с большим количеством людей по всему миру, в частности, русскоговорящих людей. Но они оказались такими харизматичными, такими замечательными, и мы в итоге смогли поделиться большим количеством различных идей, знаний, опыта. То есть это было действительно очень здорово для меня и очень интересно. И когда я работала в Вене в рамках миссии Малайзии при ООН. Так вот, русский язык тоже оказался одним из языков ООН, то есть иностранных языков. Поэтому, по факту, сам по себе русский язык очень важен для моей карьеры, для карьеры, которую я веду в Вене, строю в Вене. Кроме того, он позволяет мне также более тесно сотрудничать с моими российскими коллегами, с российскими дипломатами. И, соответственно, в Вене, допустим, мне становится проще понимать все, что говорят мои российские коллеги. Кроме того, я могу практиковать русский язык с моими российскими друзьями здесь. Поэтому русский язык — это просто что-то замечательное, это замечательный опыт для меня. Поэтому я бы хотела поблагодарить Российский центр культуры за то, что они предоставили мне такую возможность. И, кроме того, мое министерство спонсирует эту программу. И поэтому я также в целом несу ответственность за двусторонние отношения Россия-Малайзия. И раньше мне было... So this opportunity is just beyond great. So that's what I can share with. Thank you, Svetlana. Большое спасибо за ваше выступление. Русский язык действительно в Организации Объединенных Наций один из основных. The Russian language is really one of the main languages at the United Nations. That is why this language is required, because Russia was... Если вы захотите полететь в космос, без русского языка будет невозможно.
Все названия на русском языке. Абсолютно каждый космонавт знает русский язык очень хорошо, поэтому русский язык нужен и на орбите. Очень приятно, что вы начали изучать, и, безусловно, именно язык, он позволяет нам понимать друг друга лучше. Я хотел бы поблагодарить вас еще раз и представить нам следующего спикера, который непосредственно расскажет о программах в программах в Малайзии, программах сотрудничества. Я уже два слова сказал о нашем проекте, поэтому не буду повторяться и передаю сразу же слово Светлане Николаевне Ковалевой. Огромное ей спасибо за ту работу, которую она делает для того, чтобы между нашими странами укрепились дружественные отношения. Светлана Николаевна, вам слово. Спасибо большое, Николай Николаевич. Сегодня действительно не первая наша конференция. Несколько недель назад, буквально 2 недели назад, мы имели честь друг с другом познакомиться, имели честь быть поддержанными нашим послом, чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Малайзии. Мы собрались в довольно большой дружной компании для того, чтобы выработать единый подход к освещению, к, может быть, формированию информации, к подходу к информации, как мы можем малайзийским гражданам, мы говорим про этнических малайцев, про китайцев, про индийскую этническую представительную группу, как бы мы могли доходчиво, может быть, полезно, выбирая определенные, может быть, чувствительные, либо важные точки, рассказать, ну, в данном случае, как мы планировали, о 175-летии Николая Николаевича Миклуха-Маклая. Сегодня наша конференция, она рассчитана в большей степени на англоязычную аудиторию. Сегодня это следующий шаг. Но, опять же, я говорила в прошлый раз, сегодня я хотела бы еще раз подтвердить, что наш подход, он честный. За долгое время до юбилейной даты мы вырабатываем разные подходы. Мы собираемся в разных экспертных группах, разные сегменты выбираем для того, чтобы, подойдя к юбилейной дате, мы могли быть и обладать той информацией, которая нам позволит максимально эффективно провести наши мероприятия. Российский центр науки и культуры, его задачи, они для всех наших представительств и представительства в Вене тоже. Представительство Россотрудничества в Австрии, Российский центр науки и культуры в Вене, они одинаковы. Они закреплены положением, которое было подписано нашим президентом Владимиром Путиным. Конечно же, это продвижение русского языка. Это создание максимально комфортных условий не только для его изучения, но и для его преподавания. Чтобы наши педагоги, а сегодня на конференции присутствуют 3 наших преподавателей русского языка как иностранный, Роман Субботин, Алена Белозерцева, Инна Захезина. Если кого-то из коллег не вижу, прошу прощения, я имею в виду все наше сообщество, то, которое прикладывает ежедневные большие силы для того, чтобы где-то заинтересовать, где-то поддержать уровень владения русским языком. Ведь действительно сейчас мы уже говорили на экспертном уровне, что существует стереотип, что даже русский алфавит, как объясняют местным гражданам, он очень труден, даже не стоит его начинать изучать. Это на самом деле не так, и каждодневная работа наших специалистов, она показывает, что русский язык, он логичный, он может быть и сложный, но это только внешняя оболочка, на самом деле он интересный. Роман Субботин, один из наших педагогов, он разработал методику, где конкурентным преимуществом, такой яркой чертой является то, что читать по-русски вы сможете уже с первого занятия. Это, конечно, звучит как очень хитрый, интересный рекламный ход, если бы не знать, что действительно Роман выстраивает первое занятие таким образом, что каждый новый слушатель способен прочитать. Мы не говорим про сложные слова, мы, понятно, не говорим про какое-то волшебство. Но действительно мы в нашей работе каждый день просто вынуждены искать, пробовать, подтверждать, либо наоборот отвергать какие-то методы, если мы говорим про методику преподавания русского как иностранного. Это одна очень большая, весомая наша часть нашей работы. Следующее направление — это поддержка наших соотечественников. Сообщество русскоговорящее не так многочисленно, может быть, как в Вене, но это также наша каждодневная работа для того, чтобы
им было интересно, чтобы мы могли удовлетворить их культурные потребности. Это библиотека, это концерты, мероприятия для подрастающего поколения. Как правило, это дети и от смешанных браков. И опять же, возвращаясь к русскому языку, мы хотели бы нашим коллегам из России сказать, что вопрос сохранения русского языка в семьях довольно сложный, довольно актуальный. Международные школы не предлагают программу обучения русскому языку, и это уже воля родителей и их большая работа, чтобы создавать дополнительные условия для поддержания малышами, детьми русского языка, родного языка одного из родителей. Ну, как правило, это мамы, родной язык мамы. И, конечно же, продвижение нашей культуры. Это огромное количество юбилейных дат, огромное количество тем, которые мы пытаемся уложить в один календарный год, привлекая серьезных, авторитетных партнеров из России, из разных городов. И я очень рада, Николай Николаевич, что одним из наших партнеров стали вы. Действительно, мы загодя до юбилейной даты нашли точки соприкосновения, начинаем вырабатывать. Может быть, у нас есть трудности, но мы вырабатываем дорожную карту. Some difficulties, but we try to work out this roadmap and approaches so that the next year we would be able to hold this 175-летие со дня рождения Миклу Хамаклая. Спасибо большое. Мне очень, правда, приятно быть частью этой команды. Светлана Николаевна, огромное спасибо. Вы знаете прекрасно, что если бы не ваши усилия, мы бы не смогли бы собрать такую большую аудиторию и на первый, и уже на второй здесь, и вообще в рамках проекта мы третью проводим. Я должен вам сказать, что, конечно, дальнейшие материалы мы будем публиковать, и русский язык, безусловно, важен. Более 300 миллионов человек говорит сейчас на русском языке. И я вам должен сказать, что и бизнес, если вы хотите делать серьезный бизнес, точно так же очень неплохо знать русский язык, потому что очень многие бизнесмены, конечно же, знают этот язык, несмотря на то, что, безусловно, английский язык необходим для общения. Я хочу представить вам следующего докладчика. Мне очень повезло, что я смог это... Я думаю, нам очень повезло, что он нашел время, и я смог с ним переговорить для того, чтобы он выделил время в этот субботний день и подготовил интереснейший доклад. Я могу вам сказать, наверное, то, что мы все сейчас услышим, это не так много людей смогут узнать, тем более из первых уст, от человека, который очень немало знает его, Миклу Хамаклая. И сегодня он подготовил доклад, это доктор исторических наук, профессор кафедры востоковедения Уральского федерального университета Алексей Валерьевич Антошин. Тема «По стопам Маклая». И все, пожалуйста, передаю вам слово, Алексей Валерьевич. Спасибо большое, Николай Николаевич. У меня будет такое компактное, я надеюсь, выступление. Вот, дорогие коллеги, прежде всего благодарен организаторам за приглашение принять участие в данном форуме. Это для меня действительно большая честь. Название моего выступления условное, ибо я оказался, надо сказать, в сложном положении, когда принимал решение о теме своего выступления. С одной стороны, я не могу не поддержать идею проведения такого мероприятия в Малайзии. Дело в том, что я представляю Уральский федеральный университет, как уже сказал Николай Николаевич, где уже около 20 лет обучается немало студентов из Юго-Восточной Азии. Я сам много работал с такими студентами и могу сказать, не обижая студентов из других регионов мира, что именно студенты из стран Юго-Восточной Азии одни из лучших иностранных студентов, с которыми доводится работать российскому преподавателю. Это вообще-то вот правда. Я думаю, что большинство моих коллег, если бы сейчас слышали это, с этим бы согласились. Да? У студентов из стран Юго-Восточной Азии достаточно высокий общекультурный уровень. Они исключительно трудолюбивы, мотивированы и очень ответственно относятся к учебе. Сейчас вот на мне, например, галстук, вот я не уверен, что он хорошо виден, да, вот этот галстук, так, вот, значит, который в свое время подарила мне моя аспирантка из Таиланда, вот, которая успешно защитила 7 лет назад под моим руководством кандидатскую диссертацию по истории отношений между Россией и Таиландом, да. Сейчас она преподаватель одного из ведущих университетов в Таиланде, ведет там курсы, посвященные России, да,
российской внешней политики, истории России, поддерживает связь со мной и с Уральским университетом. Например, когда в начале этого года в России сформировалось новое правительство, да, мы все помним это время, то она сразу же связалась со мной, чтобы узнать, как ей трактовать эти события в лекциях в своем университете. What approach to среди take? Моих выпускников недавний второй секретарь посольства Таиланда в Москве, ныне она переведена на работу в центральный аппарат МИД Таиланда, и ряд других людей, которые играют серьезную роль в образовании, экономике, политике стран региона. Эти люди сохраняют добрые отношения к России, продолжают взаимодействовать с университетом и с преподавателями, которых учили. Есть, кстати, у нас выпускники и в Малайзии, я замечу, которые взаимодействуют с Российским центром науки и культуры, я это знаю. И мне вот очень приятно, например, слышать, что участницей нашей конференции является Алена Белозерцева, это вообще-то моя студентка, да. Надеюсь, что она еще помнит своего преподавателя Алексея Валерьевича. Вот, значит, поэтому развитие взаимодействия между Россией и странами Юго-Восточной Азии исключительно важно, да, и я, безусловно, поддерживаю это мероприятие. Но, с другой стороны, данное мероприятие организовано фондом Миклуха Маклая. А Маклай – это фигура, которая оставила весьма заметный след в истории российской и мировой науки. Именно Миклуха Маклай для многих поколений россиян является символом гуманиста, путешественника, проникавшего в неизведанные места, символом присутствия россиян в океане. На книгах о Миклухе Маклае вообще-то воспитывались многие поколения. Войны в плен. После войны оказался в Австралии, а оттуда по контракту отправился работать подопечную территорию Австралии, Папуа-Новую Гвинею. Да, дело в том, что коренные австралийцы неохотно ехали работать в Папуа-Новую Гвинею в те годы. Да. Значит, приходилось нанимать мигрантов. Вот. И 17 лет Сигизмунд Анатольевич жил в Папуа-Новой Гвинее. Он работал там сначала барменом в Маданге. Да, я думаю, что все, кто занимаются Папуа-Новой Гвинеей, знают Маданг. Вот. Потом открыл свое фотоателье и впервые, кстати, познакомил многих жителей Папуа-Новой Гвинеи с искусством фотографии. Да? Он много фотографировал их, да, у него, кстати, вот в книге, которую он выпустил потом «Зигзаги судьбы», много фотографий, да, папуа-новогвинейцев, да, 50-х, 60-х годов, очень интересные фотографии. Он собрал там большие коллекции, которые затем, кстати, вот уже в 90-е годы, когда он стал ездить в Россию, передал в зоологический музей в Санкт-Петербурге эти коллекции. Там сейчас находятся. И ориентиром для этого человека был именно Миклуха Маклай. Да? Значит, это не голословные такие вот, значит, утверждения. Да? Дело в том, что однажды я получил от него посылку из Австралии. Да? А он после, значит, того, как 17 лет провел в Папуа-Новой Гвинее, вернулся в Австралию, да, и до своей смерти в 2011 году он жил именно там. Вот. И когда я открыл эту посылку, я обнаружил там две книги. Да. Это книга, которую, я думаю, что все, кто занимаются Маклаем, у нас она известна, да, это Миклуха Маклай из серии ЖЗЛ, «Жизнь замечательных людей», да. Вот. И вторая книга – это один из томов собрания сочинений Миклуха Маклая, которая была издана вот как раз в 90-е годы под руководством профессора Тумаркина. Да? Значит, проект, который продолжает сейчас фонд Миклуха Маклая. Да? Причем книга из серии ЖЗЛ была вообще зачитана. Она, честно говоря, от нее, вы знаете, обложка отрывалась. Да? Вот. Конечно, было удивительно получить из Австралии книги, изданные в России. Да, мне. Вот. К ним прилагалось письмо, где Сигизмунд Анатольевич написал мне. Это очень дорогие для меня книги. Когда я жил в Папуа-Новой Гвинее, я часто вспоминал Миклуха Маклая. В трудные минуты его жизнь была для меня ориентиром. В 2011-м Сигизмунд Дичбалис ушел из жизни. Я сам, когда в прошлом году был в Австралии, то, конечно, побывал в музее Миклуха Маклая в университете Сиднея. Сфотографировался рядом с бюстом Маклая. Эту фотографию, кстати, я прислал в фонд.
вот, бюст, который установлен у входа в музей. Вот. И надо сказать, что в Южно-Тихоокеанском регионе Миклухо-Маклай – это по-прежнему символ России. Я участвовал в конвенте Австралийской исторической ассоциации, я иностранный член ассоциации. Вот. И когда я там знакомился с коллегами-австралийцами, то узнав, что я из России, они прежде всего говорили, у нас в Сиднее есть музей Миклухо-Маклая, вы обязательно должны туда сходить. Да, ну и, конечно, как вы понимаете, я, значит, не мог этого не сделать, да. То есть, действительно, Николай Николаевич Миклухо-Маклай – это по-прежнему ориентир для всех, кто занимается странами Южно-Тихоокеанского региона в нашей стране, да. Фонд имени Миклухо-Маклая делает большое дело, занимаясь сохранением наследия Маклая, популяризацией его деятельности в России и в мире. Большое вам спасибо, рад тоже быть членом этой команды, спасибо за внимание. Алексей Валерьевич, огромное вам спасибо, это интереснейшая информация, и я должен вам сказать, что мы обязательно свяжемся с нашими коллегами и друзьями из Маданга. И я уверен, что они помнят того, кто учил их фотографии, потому что однозначно, ну, Маданг – небольшой город, там около 30 тысяч населения, несмотря на то, что считается один из таких центров, потому что там все-таки порт находится, и достаточная активность, несмотря на университет очень высокого уровня, с хорошей подготовкой, поэтому верю, что его помнят, и это, конечно, надо продолжать. Действительно, книги, российские книги и на русском языке, и на английском языке, в основном на английском языке, особенно в советское время, распространялись в огромном количестве. Мы тоже находили и в Папуа-Новой Гвинее, и в других странах книги. И сейчас достаточно приятно то, что мы продолжаем и уже оцифровываем некоторые книги, которые сейчас есть, для того, чтобы эта литература была доступна, ну, скажем так, в онлайне. И каждый смог до нее добраться и получить эту всю информацию. Потому что вот эти вещи, которые, благодаря которым то, что мы знаем, они являются основой для нашего общения, основой вообще для нашей и этой конференции. Потому что почему мы начали делать конференцию, вот у нас «Российские деятели науки и культуры», проект, который мы запланировали изначально для проведения Малайзии, Индонезии, Папуа-Новой Гвинеи. Потому что Миклухо-Маклай посещал эти регионы и очень много о них рассказал. То есть я считаю, что очень важно, чтобы коренные жители Малайзии, Индонезии, те, кто мало знает о российском исследователе, знали, что в России очень много о них знают благодаря исследованиям Миклухо-Маклая. И их жизнь исключительно интересна. Интересна нам, и будет очень важно, конечно, если они точно так же смогут и рассказывать о Миклухо-Маклай и среди своей зарубежной аудитории. Я хочу вам представить молодого исследователя, который рассказывает о путешествиях как раз именно в Малайзии Миклухо-Маклая. И это Артем Гарин, член молодежного совета. Он уже исследователь, побывал со мной в экспедициях, поэтому я вам должен сказать, несмотря на свой возраст, у него есть хороший опыт. Мне очень приятно его представить. Гарин Артем. Благодарю за предоставленное слово, уважаемые спикеры, организаторы, слушатели. Рад всех приветствовать на этой замечательной конференции. И действительно, контакты России и Малайзии начались задолго еще до второй половины 20 века, когда между нашими странами были установлены дипломатические отношения. Например, еще в 1875 годах на полуострове Малакка около 6 месяцев проводил свои исследования выдающийся русский ученый-гуманист и путешественник Николай Николаевич Миклухо-Маклай, который всю жизнь, можно сказать, с уверенностью следовал гуманистическим принципам уважения культуре и традициям народов мира и, естественно, боролся за права жителей Юго-Восточной Азии и Океании. Сама история путешествия Николая Николаевича Миклухо-Маклая по территории современной Малайзии началась, когда он прибыл в султанат Джохор, и вскоре после прибытия туда русского ученого радушно принял английский губернатор. Но важно отметить, что делал он это не без умысла. Для него Николай Николаевич Миклухо-Маклай был не просто всемирно известным путешественником и ученым-гуманистом, а человеком, который бы отправился во внутренние районы Малакки, собрал там информацию о
полезную для дальнейшего расширения колонии, но, к счастью, Николай Николаевич Миклухо-Маклай, будучи чрезвычайно умным человеком, человеком буквально таким мировым мышлением, он разгадал эти планы и, естественно, надежно сберег всю информацию о малайском населении и не выдал ее колонизаторам. Также примечательно, что на момент экспедиции Николая Николаевича Миклухо-Маклая во многих местностях нынешней Малайзии не побывал ни один европеец. И, естественно, поэтому у генерал-губернатора и его подчиненных не было сведений об их рельефе, реках, составе населения и отношениях вообще между местными жителями. В те времена была еще одна примечательная фигура, например, правитель султаната Джохор по имени Абу-Бакар. Он пригласил Николая Николаевича Миклухо-Маклая поселиться в своем дворце в Джохор-Бару, и где тот продолжил подготовку к путешествию к своему в джунгли Малаки, и Николай Николаевич принял это предложение. Перед экспедицией по самой Малаке султан снабдил Николая Николаевича Миклухо-Маклая, например, охранной грамотой, которая была написана по-малайски. В нем всем джохорским чиновникам и старостам деревень приписывалось помогать Николаю Николаевичу Миклухо-Маклаю, и как сама гласила эта грамота, что Николай Николаевич Миклухо-Маклай желает осмотреть леса, видеть и рисовать населяющих их людей. И вот уже 15 декабря 1874 года Миклухо-Маклай отправился в свою первую экспедицию по землям нынешней Малайзии. В ходе этой экспедиции он довольно внимательно, обстоятельно изучил образ жизни, нравы и обычаи малайцев. И все-таки основное внимание он уделял поиску и изучению так называемых орангутанов. По-малайски это лесные люди, которые, как он полагал, могут быть родственны новогвинейцам и в целом относиться к меланезийцам. Если Николай Николаевич Миклухо-Маклай встречал, например, поселение лесных людей во время своей экспедиции, он непременно устраивал привал на несколько дней и погружался полностью в изучение их культуры и быта. Важно отметить, что с большой тщательностью ученый составил, например, словари слов из местных диалектов. Более того, во время пребывания на Малаке Миклухо-Маклай основательно изучил и малайский язык. Сделанные в ходе этой экспедиции Миклухо-Маклая записи по сей день, записи и рисунки очень ценные, по сей день представляют большой как и научный, так и художественный интерес. И вот спустя два месяца, в феврале 1875 года, Николай Николаевич Миклухо-Маклай вернулся в Джохор-Бару, и после этой экспедиции по джунглям Малаки, где еще, в принципе, не бывала нога европейца, от европейцев там практически не было, все газеты мировые и телеграфные агентства разнесли на весь мир весть о возвращении Николая Николаевича Миклухо-Маклая из этой экспедиции. Николай Миклухо-Маклай came back from this expedition, and they also announced the value of this expedition. Вторую экспедицию вглубь Малаки Николаю Николаевичу пришлось отложить на несколько месяцев. Но, например, будучи в Джохор-Бару, он все равно не терял времени даром и приводил в порядок, систематизировал, вносил дополнительные записи в материалы своего предыдущего путешествия, а также продолжал работу над рукописью этнологических заметок о жителях берега Маклая, которая впоследствии также обрела и мировую известность. Именно в ходе путешествия по землям сегодняшней Малайзии, например, русский ученый решил основать там и биологическую станцию. Это уникальнейшая на тот период задумка представляла собой сеть биологических станций в различных уголках земного шара, где ученые, например, со всего мира могли бы останавливаться и проводить свои исследования. Миклухо-Маклай присмотрел недалеко от Джохор-Бару небольшой мысок и попросил Абу-Бакара продать этот участок. Султан с восточной учтивостью не стал ему отказывать, но документов тогда составлено не было. И, воспользовавшись вот этой отсрочкой от экспедиции, Николай Николаевич даже начертил эскиз вот этого здания и даже дал ему название по-малайски «Место покоя». Спустя два месяца Абу-Бакар сказал, что, к сожалению, продать он не может это место, но он сказал, что может дать его в аренду, а для долгосрочных целей Николая Николаевича Миклухо-Маклая это, к сожалению, не подходило, и вне зависимости от результата, все-таки это была очень важной целью в его жизни, поэтому он все-таки ее реализовал и открыл первую в Южном полушарии биологическую станцию в 1881 году,
в заливе Уотсонс-Бэй, которая как раз-таки находится близ Сиднея. Свое второе путешествие по Малаке Николай Николаевич Миклухо-Маклай начал в июне 1975 года. И, кстати, опять же, в довольной обстановке, потому что недовольные высокими налогами местные жители выступали против колониальных властей, и доброжелатели говорили Николаю Николаевичу Миклухо-Маклаю, что его могли бы ошибочно принять за европейского шпиона английского, и он бы, естественно, мог, к сожалению, за это поплатиться жизнью. Но Николаю Николаевичу Миклухо-Маклаю страх, в принципе, был не свойственен, поэтому он, естественно, отправился в эту экспедицию, как во многих своих экспедициях, вернее, во всех, он с большим уважением относился к местным жителям, поэтому всегда прибегал, например, к тактике, когда заранее предупреждал о своем визите, чтобы продемонстрировать мирные намерения. Он также, естественно, и лечил местных жителей. Во время второй экспедиции он побывал во многих султанатах Малаки, в частности, например, в Кота-Бару в городе был, который известен искусством своих ремесленников и зарисовал как раз-таки султанский дворец, построенный вот в этом классическом малайском стиле, который мы видим на данном слайде. В то же время, вернувшись после второй экспедиции, Миклухо-Маклай узнал, что в султанатах начались восстания, а колониальные власти их подавили. Путешественник серьезно задумался над тем, что такое же может произойти и на берегу Маклая на Новой Гвинее, в случае появления там европейцев. Будучи уверенным, что местные колониальные власти использовали бы собранную Миклухо-Маклаем информацию в своих корыстных целях, он ее решил не публиковать, никому передавать, и оставил свои материалы у себя и отплыл на пароходе в Батавию, то есть ныне Джакарта, в Индонезии. Если мы перенесемся в наши дни, то без труда отметим еще один интересный факт. Например, Николай Николаевич Миклухо-Маклай побывал в 6 штатах современной Малайзии, и в целом путешествие Николая Николаевича по полуострову Малака еще раз подтверждает, что русский ученый в любом уголке мира следовал своим гуманистическим идеям о равенстве всех людей на планете, выступал против колонизации и был настоящим другом для коренного населения, которое, что очень важно, всегда приходил с миром. Благодарю за внимание. Артем, большое спасибо вам. Я, если позволите, добавлю, что идеологическое наследие, вот как я считаю, что одно из самых важнейших, оно до сих пор прогрессивное, это то, что он показывал о том, что все люди равны на природе и нету высших и низших рас. Это до сих пор актуально. К сожалению, некоторые в то время пытались передергивать и говорить, что только белая раса является самой великолепной и хорошей, а другим стоит подучиться. Так вот, он доказал на этом примере, на примере своих исследований, не просто лозунгами, а действительно своими исследованиями о том, что это, как он прямо писал, полная ерунда. И представляете, вот некоторые европейские ученые раньше говорили о том, что, оказывается, пучкообразный рост волос является тем, что люди являются, ну, как бы неполноценными. Как же можно было такое подумать? Так вот, дело в том, что мы должны знать, что Миклухо-Маклай один из первых исследователей, который проводил свои исследования не в кабинете, изучая книги, которые были написаны по материалам миссионеров, а действительно сам отправлялся в экспедиции и сам же, непосредственно переживая все эти моменты, очень хорошо все описывал. Поэтому, конечно же, его дневниковые записи, его рисунки являются очень ценными в связи с тем, что он первый сталкивался с этой цивилизацией. Кстати говоря, столкновение с людьми, которые не знали, что такое железо. Например, впервые в 1871 году, во время его путешествия на Новую Гвинею, он на северо-востоке, сейчас это территория Папуа Новой Гвинеи, столкнулся с людьми, которые никогда не знали, что такое железо. Фактически, случай, который он описал, это то, как люди выглядят, люди каменного века, как у нас говорят, да, иногда. Так вот, как мы видим людей каменного века? Очень часто на рисунках, ну, по крайней мере, в России, да и в мировой практике, они находятся в шкурах рядом с кострами. Этот определенный миф о том, как они выглядят, нарисовал нам художник, который не основываясь ни на каких абсолютно фактах. И я вам должен сказать, такие мифы очень часто распространяются за счет, может быть, неправильного художественного образа или визуального образа показывают. И наша задача, конечно же, доводить правильную информацию. И вот следующий спикер, он как раз расскажет о мифах о России. Нам очень повезло, потому что докладчик – это Людмила Владимировна Миллер. Она исключительный профессионал, который нам действительно покажет эти нюансы и детали
которые мы сможем услышать только у нее. Она профессор кафедры русского языка как иностранной, доктор филологических наук Петербургского государственного университета путей сообщения имени императора Александра I. Людмила Владимировна Миллер, пожалуйста, ваше слово. Здравствуйте всем еще раз. Еще раз хочу сказать, что очень рада участвовать в этой конференции. И единственное, что за такие короткие сроки мне не удалось тут обновить материал, и Николай Николаевич, например, Артем, вы уж второй раз послушаете тогда мой доклад. Вот. Назвала я его «Язык, культура и ментальность», потому что я хотела бы сначала сказать о том, что причина возникновения мифов о какой-либо, в том числе и русской культуре, и мифов об образе жизни, часто кроется просто в том, что мы не можем снять наши культурные очки, изменить привычный угол зрения на окружающее и принять существование других миров без предубеждения. Когда я говорю «мы», я не имею в виду россиян или малазийцев, например, это люди вообще, это такая вот психология человеческая. И начинается все в языке, уже в языке, поскольку язык неотъемлемая часть культуры. Поэтому мы начнем с того, что будем искать причины коммуникативных неудач именно в языке. Точнее, посмотрим, на каких уровнях языка они возможны. Интересно, что, собираясь в другую страну, человек прежде всего беспокоится о том, достаточен ли уровень владения языком у него, достаточен ли, чтобы понимать живущих в этой стране людей. Однако, как показывает прежде всего практика межкультурной коммуникации, даже вполне свободное владение не дает гарантии полноценного взаимопонимания представителей разных культур и не всегда формирует адекватное представление о стране изучаемого языка. В этом смысле можно говорить о проблеме культурных расхождений при использовании одного и того же языка. Сейчас вот это актуальная проблема. Яркий пример тому английский язык. В современном мире, как известно, он выполняет функцию языка межнационального общения и претендует на роль такого универсального кода. Однако, как практика показывает, даже люди, для которых английский язык является родным, могут испытывать проблемы в общении, если они выросли в разных странах и были воспитаны в разных культурных традициях. Таким образом, обязательно нам всем следует принять во внимание тот факт, что определяет коммуникативное поведение – и оказывают не менее важное влияние на взаимопонимание представителей разных культур, отражающиеся в языке этические нормы, социальные роли и такие вот совсем уже неощутимые вещи, как наши аффективные реакции, аксиологические ориентиры, которые формируют специфическую оценочную шкалу. Ну вот теперь примеры. Можно показать второй слайд. Просто слово, которое на первый взгляд переводимо на любые языки мира, может оказаться препятствием для успешного межкультурного общения. Вот, пожалуйста, русские слова «сочувствие» и «сострадание», их переводы на английский язык, рядом с которыми я поставила знак вопроса, потому что это еще большой вопрос, эквивалентны ли понятия, да? Например, «сострадание» и «compassion», эквивалентны ли. Например, у русских и американцев имеются ощутимые различия по отношению к этим словам, определяющиеся семантикой языка. Например, в России у нас, если человек попал в беду, то его друзья, окружение пытаются выразить ему свое сочувствие, каким-то образом утешить. Но оказывается, например, что вот это наше сочувствие и душевность, когда мы утешаем попавшего в беду товарища, может быть американцу непонятно, поскольку наносит удар по его самолюбию. Оттенок сострадания может не утешить, а может быть даже унизить и разозлить американца. А человек, который собирается излить душу, может вызвать неприязнь. Как известно, американцы воспитаны на этике успеха, и они свято верят, что от нытья нет никакого прока.
У русского человека на этот счет совершенно иной взгляд и своя лексика, которая как раз трудно переводима на английский язык. По этой причине можно считать, что русские и английские лексемы, вот эти отраженные на слайде, совсем не эквивалентны и могут вызывать проблемы, могут порождать мифы. Вот, к сожалению, я не знаю, как к этому относятся в Малайзии, к этим понятиям. Было бы интересно узнать. Чтобы не испытать культурный шок, приехав в чужую страну, следует понимать, что для полноценного общения между представителями разных культур коммуниканты должны обладать не только знанием языка, но иметь равным каким-то, да, но иметь неконфликтные системы представлений о мире, говоря другими словами, в той или иной степени совпадающие картины мира. То есть речь на иностранном языке должна быть правильной не только с точки зрения норм изучаемого языка, но и с точки зрения, если можно так выразиться, культурных норм. Действительно, слово перекресток культур. И это означает, что в слове могут заключаться такие компоненты значения, которые, так сказать, не вычитывает даже и хорошо владеющий русским языком иностранец. Ну вот еще раз о том, что за понятийной эквивалентностью иногда стоят разные представления. Следующий слайд, на котором представлено русское слово «дом» и его возможные переводы на английский язык. Вот что, как нам переводить слово «дом»? Это наши понятия шире, потому что «дом» по-русски – это и «home», и «building», и даже «upstairs», если, например, она заболела и осталась дома. Как нам сказать? Далее, мы по-разному считаем количество этажей и комнат. Наш второй этаж для многих европейцев первый, потому что у них есть ground floor. Одна наша коллега купила в Испании двухкомнатную квартиру. Она там живет с мамой. И мы подумали, как-то это все-таки мало, двухкомнатную квартиру. Но она уже мыслила по-испански, и там считают только спальни. Гостиную в расчет не принимают. То есть по-русски, если говорить, то она купила трехкомнатную квартиру. Вот такое непонимание возникло в связи с простым словом «квартира». Такие слова, как «утро», «день», «вечер», «ночь», на первый взгляд, это абсолютно эквивалентная лексика. Но московский ученый Алексей Дмитриевич Шмелев заметил, что в России, в Европе, в Северной Америке мы по-разному членим сутки. В западном представлении сутки делятся в зависимости от объективного времени. Есть полдень, есть полночь, и причем полдень имеет более важное значение, так как это время, предназначенное для работы. И вот на следующем слайде, если можно, да, тогда мы уже должны сказать, что это не day, да, а afternoon. А в русском представлении мы делим сутки в зависимости от того, что делает человек в тот или иной период времени. Например, если русский в воскресенье встает в 11 часов, бывает такое, и в 12 он еще не начал делать свои дела, то для него это утро. А в час ночи, а в некоторых языках можно сказать час утра, если я еще не сплю, для меня это вечер. И вы вполне можете услышать от русского, от россиянина, позвони мне завтра утром часов в 12. То есть вот опять такая может быть проблема взаимопонимания. Далее. Слово «человек». И вот на следующем слайде тоже, если можно, мы увидим. По-русски мы можем сказать «Ирина – хороший человек». Или «каждый человек должен заботиться о природе». Или «стать человеком», «будь человеком», «настоящий человек». Как мы должны сказать по-английски в этом случае? Person. У нас есть слово «персона», но, во-первых, оно второго плана, а во-вторых, оно часто выражает такое негативное отношение. Например, о неприятном человеке я скажу, что за персона такая. Или слово «друг». Если мы возьмем англо-русский словарь, русско-английский словарь, мы увидим, что это эквиваленты. Да? Но
Вот на слайде 6 мы посмотрим. На первый взгляд только это оказывается. Потому что, например, лексический фон английского слова «друг» включает в себя, если можно так выразиться, такую любовную составляющую. Girlfriend, boyfriend. А в русском языке этого нет. То есть в русском языке я в таком случае скажу о таком специальном друге. У Сергея есть девушка, у Маши есть молодой человек. То есть незнание специфики вот этого фона может привести к непониманию. Однажды я сказала, мы разговаривали с моим алжирским аспирантом об одном нашем коллеге, что вот мой друг. Он был в ужасе, он говорит, как, у вас есть муж. То есть вот слово «друг» в нашей ментальности не имеет ничего, никаких созначений. Друг – это близкий человек. И когда носитель английского языка говорит «my friend», мы переводим это как «мой друг». А когда он говорит «a friend of mine», наверное, уже мы это не можем перевести как «мой друг». Будет более адекватно перевести «мой приятель», «мой знакомый». Иначе тоже может возникнуть непонимание. Более того, вот такие примеры со словом «друг» дали возможность австрийской исследовательнице Анне Вишбицкой, дали ей основание утверждать, что в англосаксонских культурах понятие дружбы девальвируется. Ведь «a friend of mine» — это один из многих, да? И другое дело «мой друг». Один мой швейцарский студент спросил, далеко ли Москва? Я ему сказала, близко. Потом он меня упрекнул, потому что для него 650 километров – это очень далеко. А для нас далеко Владивосток – 9000 километров. То есть даже такие слова, всем понятные, как «далеко» и «близко», могут спровоцировать коммуникативную неудачу. Далее, следующее. Слова «богатый» и «бедный». Вот слайд 7. Если судить на основании словаря, то это эквивалентная лексика, богатый, rich. Да? Но в русском слове «богатый» заключается некоторая негативная оценка. Вот у нас есть такая пословица, очень всем знакомая хорошо. «От трудов праведных не наживешь палат каменных». То есть русский слабо верит в то, что стать богатым можно честным путем. Может быть, поэтому в России подозрительное отношение к богатству. Иногда даже не любовь к богатству. Но зато у нас есть слово «достаток». Все знают слово «достаточно», наверное, многие иностранцы, я имею в виду. Это слово имеет уже положительную оценочность. Русский ученый, наш петербургский Владимир Викторович Колесов, вот можно следующий слайд, он пишет: русская ментальность исходит не из богатства и роскоши, а из достатка и обеспеченности семьи. Быть достаточным, обеспеченным. И хватит, довольно. Жить в достатке означает иметь все, что необходимо для нормальной, удобной жизни, но жить без роскоши. Роскошь относится к богатству, роскошь неоправданна. Ну и последнее. Например, в западных культурах принято прямо выражать свои намерения в словах. Русские, конечно, говорят прямо, но все-таки часто истинные цели скрыты в подтексте. Мы умеем вычитывать подтекст. Американцы, например, которых я уже упоминала, стремятся выражаться ясно. И в их словах часто мы встречаем такие слова, как «абсолютно», «absolutely», «certainly» и так далее. А вот что вы подумаете, если в ответ на свое предложение от россиянина вы услышите «да нет» или еще лучше «да нет, наверное». Ну вот, можно было бы еще много сказать о неразрывной связи культуры, языка и ментальности, но, как говорит русская пословица, пора и честь знать. В заключение только хочется сказать, что, вступая в межкультурный контакт, мы все-таки должны принять существование иных культурных миров, попытаться их понять и преодолеть синдром культурных очков. Большое спасибо за внимание ваше. Людмила Владимировна, большое вам спасибо. Действительно, насколько много есть нюансов разных, это же потрясающе.
И я хотел отметить, что именно в России у нас защищают малые языки. У нас 190 национальностей, это да. По факту, а вообще их больше. И 27 языков преподавания. Мало кто знает, но страна у нас настолько огромная, что нельзя сказать, никто, я думаю, из здесь присутствующих не может сказать, что он знает ее настолько хорошо, потому что побывать во всей стране и знать все нюансы, культурные особенности, это достаточно сложно. Но что нас объединяет, это язык. Конечно же, язык нас объединяет, несмотря на то, что с уважением Россия относится ко всем языкам. И, кстати говоря, вот я был на лингвистической конференции в Папуа-Новой Гвинее, тоже при поддержке ЮНЕСКО, и там они были очень удивлены, что именно в России законом защищают малые языки. И сказали, что нет прецедентов, по крайней мере, известных. Возможно, просто не было тех, кто знает об этом, что в других странах именно это законом защищается. Возможно, это есть, но, по крайней мере, подтвердить я сейчас не могу. И я хочу представить уже наших друзей и партнеров, которые в течение всей этой конференции, всего этого проекта вместе с нами. Мне очень приятно представить начальника отдела экспорта образования Центра международного образования Сеченовского университета Егора Сергеевича Бабаева о возможностях обучения иностранных студентов в России. И, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте. Большое спасибо организаторам за предоставленную возможность участвовать в замечательном мероприятии в субботнее утро. Мне бы хотелось сказать об обучении, да, как сказали ранее, иностранных студентов на примере Сеченовского университета. Ну, пару слов. Сеченовский университет – старейший медицинский вуз страны. Основан был в 1758 году. Вот, мы прошли долгий путь от института до многонационального университета с мировым именем. И на данный момент в Сеченовском университете обучается более 4000 иностранных студентов из более чем 90 стран мира. Вот, мы реализуем все уровни подготовки специалистов, начиная от среднего общего образования до программ аспирантуры. Наиболее интересная для иностранных абитуриентов у нас программа подготовки к поступлению в ВУЗ, которая реализуется в двух форматах: классическая, 11 месяцев, и интенсивная, 7-месячная. Основной упор сделан на изучение, конечно, русского языка. Наиболее востребованные программы – это три программы специалитета: лечебное дело, стоматология, фармация, и две программы магистратуры: общественное здравоохранение и лингвистика. Все они реализуются полностью на английском языке, чем, собственно, и привлекают иностранных абитуриентов. Ну, немного подробнее. Наша флагманская программа – это лечебное дело, включающее в себя 50 кафедр, руководителями которыми являются члены Российской академии наук и Российской академии образования. Стоматология, уже программа продолжительностью 5 лет, по окончанию присваивается звание врач-стоматолог. Программа фармации продолжительностью 5 лет, специалитет. Здесь особенность является в том, что практические занятия по ботанике и фармакогнозии проходят в Ботаническом саду Сеченовского университета площадью 5 гектаров. Он был основан в 1946 году прошлого века и зарегистрирован в Международном справочнике ботанических садов под эгидой ЮНЕСКО. Центр магистерских программ тоже был основан в 2013 году с целью подготовки нового поколения лидеров, способных обеспечить рациональное управление здравоохранением в условиях модернизации отрасли. Ну и основной упор хотелось бы сделать как раз на подготовительный факультет «История дополнительного образования по подготовке иностранных граждан к поступлению в ВУЗ на базе университета». Она начинается с начала 60-х годов прошлого века. Тогда как раз были зачислены первые иностранные слушатели, чтобы пройти обучение по русскому языку и основным предметам медицинских специальностей. С того самого времени берет начало замечательная традиция по оказанию помощи абитуриентам не только в изучении русского языка, но и в их адаптации в новой социально-культурной среде.
Вот отдельно хотелось бы сказать, что в Сеченовском университете развито малазийское сообщество. На период с 2010 по 2015 годы более половины иностранных студентов составляли как раз студенты из Малайзии. У нас активно функционирует ассоциация малазийских студентов. Мы ежегодно участвуем в малазийских межвузовских соревнованиях, включающие в себя такие виды спорта, как футбол, баскетбол, бадминтон, ну, и другие. Также проводится олимпиада по нормальной физиологии, организованная студенческим активом малазийцев. Все это осуществляется благодаря наличию аккредитации программ медицинским советом Малайзии. Ну, помимо научной и образовательной деятельности, у нас развита как раз-таки внеучебная студенческая деятельность. За 2019-2020 год было реализовано 58 проектов студенческих, практически в два раза больше, чем в предыдущем. Помимо 36 мероприятий, также было впервые организовано 10 видеопроектов, 12 циклов вебинаров и регулярно проводится собрание с председателями землячества, активистами в виде воспитательно-профилактических бесед. Вот. Совет землячества был организован 2 года назад в составе Центра международного образования. Вот. Включает в себя такие структуры, как благотворительность, медиа, спорт, наука, закон, тьютеринг, культура и дизайн. Я подробно останавливаться не буду, детально на каждом. Вот. Хотелось бы сказать об отделе культуры. То есть это самый обширный и развитый отдел Совета землячества. В рамках данного отдела 2-й год подряд проводятся всеми полюбившиеся массовые культурно-развлекательные мероприятия, такие как Сеченов Unity Day, приуроченный ко дню народного единства, Сеченов International Games и Unity Food Fest. Да, в рамках этого мероприятия у нас иностранные студенты представляют свои национальные костюмы, национальные блюда, культуру, делятся, общаются. В общем, обучающиеся нашего университета – это дружная национальная команда, и каждый рад поделиться частичкой национального колорита своей страны. Благодарю за внимание. Да, дорогие друзья, прошу прощения, это я не разобрался с кнопками. Николай Николаевич, да, позвольте мне тоже сказать пару слов про Сеченовский университет. Алеудин Ринат Николаевич, вот с его именем связана большая работа между университетом и малазийскими студентами. Нам очень приятно, что есть инициатива придать этой деятельности еще больший масштаб. Мы со своей стороны также готовы, ну, приложить максимальные усилия, все, что будет необходимо. Можете на нас рассчитывать. Отлично, спасибо большое. Ну, это как бы наша задача, как раз наладить этот мост постоянный, чтобы мы могли спасибо большое, быть да, в тем более, контакте. Что большое количество действительно. И сейчас, Николай Николаевич, если вы позволите, я хотела бы предоставить слово Конечно. Для выступления одной из наших выпускниц курсов русского языка, очень успешному молодому журналисту. Я говорила о том, что вчера в одном из самых больших англоязычных изданий Малайзии вышла статья госпожи Билкис. Я вас прошу, вам слово предоставляется. Hello, can you hear me? Okay. Hello? Everything is okay. Okay. Everything is okay, yeah? Okay, okay. All right, okay. So, здравствуйте всем. Меня зовут Билкис Бахари, и я журналист от Куала-Лумпур, Малайзия. So first of all, I would like to thank the organizer for inviting me to this conference. Let me introduce myself. As I mentioned earlier, I'm a journalist from Kuala Lumpur. Как я упомянула, я журналист из Куала-Лумпур, Малайзии. Я начала свою
карьеру в News Times, в одном из главных изданий, и потом я перешла в Казахстан и работала с одной из ведущих медийных компаний в Казахстане. В 2015 году я решила начать изучать русский язык как дополнительное преимущество в моей карьере, поскольку индустрия, в которой я работаю, и обмен информацией — это настолько важно, и русский занимает такое важное место, поэтому журналисты также должны уметь говорить на нескольких языках, это от них ожидается, поэтому я решила начать изучать русский язык. Поэтому сперва для меня изучение языка было достаточно просто, у меня не было каких-то значительных проблем, я достаточно быстро обучилась чтению и письму. Конечно, грамматика, она очень сложна, она отличается от других языков, и когда вы учите язык, я думаю, что, конечно, вам нужно практиковаться вживую, вам нужно как можно больше разговаривать. На протяжении 3 лет я посещала курсы русского языка в русском центре языка культуры и науки. Мой учитель — это Инна Зазехина, и в своей компании я единственный иностранец. Я сейчас руковожу командой, которая публикует новости, но не все, к сожалению, участники команды могут говорить на английском. Многие из них говорят на русском языке, и поэтому я могу сказать, что изучение русского языка, конечно же, было огромным подспорьем в моей работе, поэтому вы знаете, наверное, что в Казахстане большинство людей говорит на русском. Поэтому еще до того, как я записалась на курсы русского языка, на самом деле я очень мало знала, не так много знала о русской культуре, но я знала что-то из истории, я помнила что-то из программы средней школы, и после того, как я пошла на эти курсы и стала изучать русский язык, и стала изучать больше об этой стране, о ее богатейшей истории, я даже посещала музей Пушкина в Уральске, Казахстане, и читала «Капитанскую дочку» Александра Пушкина. И мы даже смотрели документальный фильм о императоре Николае II. И я выучила и учила русский язык, и учила информацию о русской кухне. И Светлана, и Наиль Латыпов, они мне рассказали, наш посол России в Малайзии, рассказали мне много интересных вещей о культуре и о тех универсальных ценностях, которые нас объединяют, и о том, что Россия — это мультинациональная страна, в ней очень много различных национальностей, культур, религий, и я думаю, что здесь у нас есть точки соприкосновения. И, конечно же, после того, как, надеюсь, эта пандемия коронавируса закончится, у меня будет возможность посетить Москву и Санкт-Петербург, и я надеюсь, что у России останутся очень сильные двусторонние связи с Малайзией. Спасибо большое за ваше внимание. Николай Николаевич, если вы позволите, я бы сразу бы предоставила бы слово преподавателю русского языка Инне Захезиной, которая подготовила Билкис. Я очень сожалею, что наши выпускники и слушатели стесняются говорить на русском языке. Я уверена, что это только для того, чтобы выразить мысль, чтобы мы правильно поняли, потому что с каждым мы говорили, Билкис прекрасно говорит, я думаю, что ей действительно это придаст большие конкурентные преимущества, ее работа, она, к счастью, либо к сожалению, это предусматривает. Инна, пожалуйста, дополните это прекрасно, очень трогательное, теплое выступление Билкис. Извините, я забыла про свой микрофон. Я рада всех видеть. И прекрасная конференция. Мы все знаем, что Малайзия — это многонациональная страна, но первое, что нас совершенно вышибает из колеи, когда мы сюда приезжаем, то, что люди здесь говорят минимум на 2-3-4 языках, что для нас, конечно, совершенно непривычно.
И я всегда восхищаюсь нашими студентами, которые приходят к нам в центр изучать не самый легкий из существующих языков. Причем они не просто изучают язык, они живо интересуются как русской культурой, искусством, так и нашими национальными традициями, вообще нашей жизнью. С удовольствием принимают участие во всех мероприятиях культурных, которые организуются Российским центром науки и культуры здесь. Причем не раз принимали участие в международных русскоязычных форумах, ездили в Россию. А в этом году, несмотря на то, что карантин, мы писали тотальный диктант, причем это был наш третий выход уже на площадку тотального диктанта, и мы там даже получаем не самые плохие оценки в этом году, практически все, больше 80 были в труде. И также мы приняли участие в этом году в конкурсе, организованном институтом имени Пушкина, и трое наших студентов стали победителями. Что я хочу сказать? Вот такие конференции, они, конечно, дают прекрасную возможность узнать нашим студентам, и не только нашим студентам, людям, которые здесь живут, больше о нашей истории, о наших замечательных людях, расширить кругозор. Вот сейчас у меня идет урок, и моя группа студентов, она тоже здесь, и они мне пишут сообщение: а давайте, можно так интересно, можно мы еще послушаем, останемся здесь. Вот, так что я благодарна организаторам за то, что у нас есть такая возможность делиться нашими достижениями, нашими прекрасными, известными людьми, и я думаю, что малайцы тоже поддержат меня, малайзийцы, что это прекрасная инициатива. Спасибо. Спасибо большое. Светлана Николаевна, вам, наверное, слово, если вы не против. У нас спикеры все высказались, но вот я, насколько помню, знаете, когда-то была история с Эйнштейном, когда он давал лекции, вот его водитель возил, он говорит: вы знаете, вот почему вы получаете так много за свои лекции, вы же рассказываете одно и то же. Он говорит: ну, если ты считаешь, что ты можешь, пожалуйста, давай расскажи. И он на следующий, до этого не так много было афиш с его фотографиями, на следующей лекции он вышел и начал рассказывать. И практически все то же самое и рассказал. Когда начались вопросы, он сказал: вы знаете, ну, это слишком простой вопрос, на этого ответит вам мой водитель. И пригласил Эйнштейна. Поэтому сейчас вот та часть вопросов, которая, я думаю, что у многих возникла. Я знаю, что был вопрос, связанный с тем, как можно получать дистанционное обучение через Российский центр науки и культуры. Могли бы два слова сказать о вашем центре и как это возможно для коммуникации? Я могу сказать, что да, что вся программа обучения русского языка, русскому языку в этом году, она просто подтолкнула, вся ситуация в мире, она подтолкнула нас к тому, чтобы эти дистанционные формы сначала осознать необходимость их использования, потом начать применять. Но сейчас я считаю, что весь коллектив здесь действительно... This format could be quite useful and advantageous, and I think that we have our... ...обучение мы опробовали. Ежедневно, я не совру, если я скажу, что ежедневно в наш адрес поступают обращения от руководителей, от руководителей университетов, от руководителей структурных подразделений, отвечающих за международные связи. Постоянно мы получаем информацию о проведении тех или иных конкурсов, дистанционных, иногда бывает и совершенно бесплатных занятий по русскому языку, культурологических программ, действительно информации много. Даже вчера мы разговаривали с представителем Томского университета, то есть эта работа, она ежедневная. Формы эти, они могут вызывать споры, нравится нам, не нравится, у каждого есть свое мнение. Я знаю, что наши педагоги, преподаватели высшей школы, которые преподают здесь, в Малайзии, у них есть обратная связь от их малайзийских студентов, что это эффективно, замечательно онлайн получать знания, информацию, но все соскучились по офлайн-мероприятиям. Я поддержу это движение и скажу, что, конечно, Николай Николаевич, мы были бы очень рады видеть вас,
приглашенных вами сегодня спикеров здесь, в Малайзии, потому что формат онлайн, он нам не позволяет многого сделать, обсудить, найти еще больше точек соприкосновения. И, конечно, несмотря на то, что дистанционная форма в этом году, может быть, нас не благодаря, а вопреки, заставила использовать именно ее, не предоставив никакой альтернативы. Мы, конечно, хотели бы видеть всех вас в Малайзии, потому что это будет более эффективно. Наши глаза, наши рассказы, наши, как сегодня тоже поднимался вопрос, культурологические особенности. Это все обескураживает, это все вызывает доверие, уважение среди местных граждан, поэтому... Формы есть, формы разнообразны, представлены все регионы. Сейчас, если мы говорим про малайзийских студентов, то, конечно, встают вопросы их жизни и быта в том или ином городе, в том или ином регионе. Это все параллельно, неразрывно. Я думаю, что и нашим малайзийским студентам будет очень полезно, приятно учиться в России, и приезд представительной делегации из разных регионов, из разных городов российских для проведения конференции, может быть, каких-то открытых лекций, это будет тоже очень, этого ждут, это будет эффективно, это будет очень полезно. Спасибо, Светлана Николаевна, за приглашение. Я думаю, что спикеры не против отправиться к вам, и следующий год, 175 лет со дня рождения Миклуха Маклая, приятно, что это фигуры, которые объединяют нас. И, конечно же, Александр Сергеевич Пушкин, потому что мы сегодня об этом говорили, это также фигура, которая во многом дала нам понимание русского языка с той глубиной, которая есть, и которую можно изучать и изучать даже тому, кто знает русский, и кто родился с этим языком. В любом случае, это всегда позволяет себя осознать немножечко более глубже. Я хочу, действительно, вот тут есть, были вопросы по поводу сотрудничества с фондом и какие у нас есть проекты. Я хочу и приглашаю для участия в наших проектах, и особенно тех иностранных студентов, которые обучаются здесь, помимо того, что мы делаем в Санкт-Петербурге, в Москве мероприятия, в других городах, у нас существуют различные проекты, в которых могли бы принять участие и наладить контакты, который позволит помимо студенческой среды еще вам выйти в свет, сделать какие-то доклады определенные о своей стране, о том, как... потому что россиянам это очень интересно, безусловно, и из первых уст слышать. Поэтому мы приглашаем к этому сотрудничеству, и несмотря на то, что сейчас вот у нас дистанционный формат, все равно это общение вот через сети, Facebook, где у нас написано проект «Российский деятель науки и культуры», пишите комментарии, а также подписывайтесь у нас на сайте, есть рассылка, мы ведем ее очень активно и также даем возможность публикации тех статей, научно-популярных статей, заметок о том, что происходит у студентов, о том, что происходит в стране. Кстати говоря, и на канале YouTube мы подготовили, вот, например, об Александре Сергеевиче Пушкине, у нас 9 стихотворений на английском языке, которые подготовили школьники из 606 школы на английском языке. И мы будем рады, если вы их посмотрите, послушайте на нашем канале YouTube, мы сделаем рассылку. А, соответственно, поделитесь, потому что делают они, рассказывают эти стихи как раз в музее Пушкина, который организован в их школе. Недалеко от Санкт-Петербурга есть город Пушкин. Вот эта школа, она находится как раз в этом городе, поэтому этот музей, Царское село, где учился Александр Сергеевич Пушкин, студенты, которые говорят, очень символично и очень трогательно. Эти все стихи буквально по несколько минут позволяют быстро, с одной стороны, окунуться, с другой стороны, поскольку их много, можно слушать и слушать и слушать. И я приглашаю к тому, чтобы вы подключились, подсоединились к нам, чтобы мы не теряли контакт после этой конференции, потому что эти подписки, бывает, нам дают возможность вспомнить друг о друге. И если есть какие-то вопросы, я буду рад ответить. У нас тут еще наверняка есть вопросы. Евгения, поможете мне? Больше вопросов нет. У нас писали некоторые в чат. Я хочу, во-первых, поблагодарить за то, что у нас была возможность благодаря синхронному переводу быстро получать, общаться. И нашим, конечно, синхронистам, переводчикам огромное спасибо. Они с нами уже не первый день и не первый год некоторые, поэтому прошли с нами многое.
знаний их русского и английского на том уровне, когда ты по взгляду уже понимаешь следующее предложение, это, конечно же, говорит о том, что они очень глубоко в культуре как русской, так и англоязычной аудитории, поэтому это немаловажно. Также по нашим проектам на будущее, как Светлана Николаевна сказала, что в следующем году будет 175 лет Миклу Хамаклая, и мы будем проводить ряд мероприятий и в России, и за рубежом. У нас запланирован выход фильма о жизни Миклу Хамаклая. Сейчас он проходит, прямо сейчас съемка. У нас запланирован выход шеститомного собрания сочинений, сразу же в шести томах. Сейчас мы на завершающей стадии, дай бог это выйдет, тогда мы уже это все дело презентуем, и это позволит уже, соответственно, и в электронном виде иметь доступ к этому. Распространяться все это дело будет бесплатно. Сразу же скажу, у нас некоммерческая организация, и цели и задачи наши — это просвещение, образование при помощи наших коллег, специалистов. Поэтому 500 экземпляров запланировано к выпуску, но это 7 томов, это 3500 книг. Это немалое собрание сочинений, но главное, что это будет все оцифровано. И там будут добавлены некоторые статьи о современных экспедициях, но, конечно, самое главное, что будет сохранен тот труд ученых, которые работали над тем, чтобы собрать все записки, все дневниковые записи Миклу Хамаклая. Как я вам до этого говорил, он абсолютно четко и точно передавал из первых уст абсолютно все детали своих исследований и путешествий. По его рисункам, например, которые 809 рисунков в этом издании, мы можем воссоздать фактически ту историю, например, лодки, которые были сделаны в Папуа Новой Гвинеи, по его рисункам точно можно построить. То есть это были рисунки не просто художника, который передавал красоту, а еще очень точного, можно сказать, архитектора, который, благодаря которому можно рисунком можно было спроектировать и здание, и лодку, и все что угодно. То есть это есть такое, это фактически. Drawings are truly wonderful. And honestly, it's a little bit sad to say goodbye. So I could be glad. I would be glad if some. Которым был бы очень важен и дорог такой подарок. Действительно, мы проговаривали с разными нашими коллегами, и у каждого есть предложение, кому бы это можно было бы подарить, и этот подарок, он бы не остался бы незамеченным. Это была бы очень такая добрая, хорошая акция. Поэтому мы ждем, наверное, как никто. Мы и в нашей библиотеке, я говорила, что будет оформлен стенд, мы готовы разместить здесь для тех, той большой аудитории, которая к нам приходит. И, конечно же, выходить к нашим партнерам на их площадке. Это, может быть, будут более масштабные, более большие залы. Это будет очень полезно. Мы ждем. Спасибо вам большое. И, конечно, мы ждем любую информацию, которую мы сможем публиковать и у нас на сайте, и на социальных сетях, потому что я предлагаю этой информацией делиться и совместным образом выдавать ее в свет для того, чтобы распространять не просто мифы, а действительно ту правду, которая многим более интересна, чем любые выдумки. Огромное спасибо всем спикерам, огромное спасибо за ваше время. Хочу поблагодарить Евгению за подготовку этого мероприятия. И с технической стороны у нас очень много специалистов, которые готовили это все. И тогда будем продолжать уже в онлайне пока. И с наступающим Новым годом и с Днем Конституции. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.